Здравствуйте. Как именно аспирин помогает сформировать правильно спиральные артерии? Объясните, пожалуйста, механизм. Он действует противовоспалительно в меньшей степени, но в большей степени снижает избыточную агрегацию тромбоцитов и не дает тромбоцитам закупоривать, как бы, да, вот это место, где происходит имплантация, там, где внедряются ворсины хориона в ткань эндометрия и разрушают в том числе артерии, которые, капилляры, которые туда подходят. И на этом месте может происходить избыточная активация тромбоцитов, потому что плацента гемохориального типа, и да, там особые механизмы, как это все должно произойти. В том числе там, кроме инвазии, происходит еще ремоделирование спиральных артерий, там, где клетки с ворсин должны проникнуть, да, вот как бы сойти прямо с ворсиночкой, сползти, и в мышечном слое спиральных артерий заменить собой вот этот мышечный слой. Аспирин не дает тромбоцитам этому мешать. То есть они могут, да, там прийти и затромбировать вот это место, где это все происходит, и не дать нормальным процессам инвазии и ремоделирования спиральных артерий происходить. А, да, вот, а аспирин как раз этому противодействует.